В пятницу в районе 7 часов вечера на Бердском аэродроме случилась трагедия. Разбился самолет-буксировщик для планеров «Вильга-35». Самолет упал с высоты 15 метров. Пилот Сергей Дадыкин погиб. К месту происшествия прибыли не только пожарные подразделения и полиция, но и спасатели. Подробнее об этом рассказал начальник Бердского поисково-спасательного подразделения поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин. 18:45 группа спасателей Бердского поисково-спасательного отряда в количестве 3 человек выехала на место крушения. По прибытию на место, обследовав ситуацию, была подтверждена данная информация. Самолет горел, находился на земле. Пожарные Бердского гарнизона производили его тушение. Спасатели Бердского поисково-спасательного отряда организовали оцепление места катастрофы до прибытия оперативных и следственных групп. Тело пилота находилось рядом с самолетом. О причине крушения самолета пока ничего не известно, ведется следствие. Директор аэроклуба на время следствия комментировать происшествие отказался.